района и зовут его Али. Вообще по жизни очень, сука, странный человек. Когда сказали, что пора и тачку покупать, я думал целый век он будет что-то подбирать. Спустя буквально месяц вижу, как Алежа Болл в машине едет, прицепил блатной какой-то номер. Кричу ему, Олег, и что это за тачка, дядь? Тот Дисней орал на пол района, Камри 3.5. Сказать, что был я в шоке, это сложно промолчать. Ведь у флексера Олега есть Камри 3.5. Вещи делают, японцы едут запад покорять. Теперь Олежа люто флексит в Камри 3.5. Ловит рубь, идет опять, жестко стели 3.5. Стер передние, все шины едет, их уже менять. Залогинился на тюбе, под обзором написал: Камри это так надежно, на твой бимер я плевал. Камри 3.5, у Камри 3.5. Любви достойна только мать и Камри 3.5. Камри 3.5, у Камри 3.5. Любви достойна только мать и Камри 3.5. Первые 60 километров, мне не нужно долго рассыпаться в сантиментах. Знают все давно, что Камри это пушка гонка. После Камри в других тачках чувствуешь себя неловко. Это фити-фити-киты, кузов Камри 3.5. Про нее плохого даже нечего сказать. Все суки выкупают, сразу ты предприниматель. Если видишь его в Камри, сука, он твой наниматель. Я твой неприятель, я твой покупатель. У меня багажник и стволы, и битый дядя. Базарик кучерява будешь, когда я скажу. У меня много сна, и ты залей, я подожду. Поехали на светик и зарубимся с тобой. Не вздумай мне отказывать, не жертву головой. Мне ничего не стоит тебя быстро размотать. Не забывай, мы двигаемся в Камри 3.5. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мать и Камри 3.5. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мать и Камри 3.5. Камри 3.5. Камри 3.5, любви достойна только мать и Камри 3.5. Йо, Камри 3.5, Камри 3.5, любви достойна только мать и Камри 3.5. Камри 3.5, Камри 3.5, любви достойна только мать и Камри 3.5. Йо, Камри 3.5, Камри 3.5, любви достойна только мать и Камри 3.5. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мать и Камри 3.5.